Сегодня у нас особенный день, и от бренда Health and Beauty мы представляем коллаген с экстрактом юки. Это уникальная разработка, натуральный продукт, который сейчас, именно весной, необходим абсолютно каждому. И этот натуральный продукт является у нас бестселлером на телеканале Shop & Show. Коллаген – это ключ к вечной молодости и здоровью. Коллаген – не просто ингредиент красоты, это фундамент вашего здоровья, особенно после 45 лет. Он возвращает кожу упругость, делает ее сияющей, молодой, а ваши суставы будут благодарны за помощь. Они будут эластичными, легкими в движении. И особенно сейчас, в преддверии нашего дачного сезона, особенного мощной нагрузки нужно поддержать. Пожалуйста, Пинкер Бабаевна, расскажите об уникальности этой разработки. Вы знаете, на последние 10-15 лет весь мир гудит простыми словами по поводу коллагена. Да. Причем исследования активно проводятся не только в косметологии, в дерматологии, но и в медицине. На сегодняшний день мировые ученые однозначно пришли, причем всех стран, к выводу, что коллаген может в ближайшее время стать новым терапевтическим способом лечения патологии мозга. Были проведены исследования как на начальных стадиях рассеянного склероза, болезни Альцгеймера, старческой деменции, когда в сосуды вводили коллаген, вот это состояние быстро возвращалось назад, и человек буквально через 2-3 недели когнитивные его свойства чуть ли не возвращались в исходное состояние. Но почему мы не воспользовались тем, что в мире сделано? Коллаген предлагают все. Мы научный коллектив. Мы не могли взять и просто представить вам коллаген. Мы изучали научные механизмы, какой коллаген и как усваивается нашим организмом, и как сделать так, чтобы те 5 грамм, которые мы съели, пошло по назначению. В результате мы пришли к выводу, что нужно, во-первых, пептиды коллагена, то есть уже готовые пучки аминокислот, которые выстраиваются в коллагеновые волокна. Мы даем здесь пептиды коллагена типов первого и третьего типа. Более того, этого недостаточно для того, чтобы коллаген моментально использовался по назначению, а не расщеплялся в организме как белок. Нужны все витамины группы В, от В1 до В12. Кроме того, нужны кофакторы обязательно: кальций, магний, железо, цинк, селен, витамин С. Поэтому мы впервые использовали пептиды коллагена, вот именно готовые пучки аминокислот, с экстрактами лекарственных растений, которые во всем мире используются для лечения тех или иных заболеваний. Например, вот у меня оказался с экстрактом юки. Это самый главный наш сегодня товар. Юка – это уникальнейшее растение, единственное в мире, которое содержит до 60% сапонинов. Причем 13 из них – стероидные сапонины, которые используются для лечения неизлечимых заболеваний, таких как муковисцидоз и спондилоартроз. Я могу бесконечно говорить про каждую композицию, про каждый экстракт, но в каждой баночке экстракт лекарственных растений, используемых в медицине для восстановления опорно-двигательного аппарата. Это сейчас очень важно. Суточная доза витамина С. Весь комплекс витаминов группы В, особенно витамин 5 и 6, которые осуществляют сборку коллагеновых пучков, коллагеновые волокна.
Ну и, конечно же, все минералы, которые являются кофакторами использования, выстраивания коллагеновых пучков и коллагеновых волокон. Это научный подход. Это научный действительно подход, и при этом коллаген типа 1, первого типа, вообще 90% коллагена в нашем организме приходится на него. Из него состоят наши сосуды, клетки нашего мозга, все слизистые нашего организма. Это более плотные волокна, которые, например, печень отделяется от почек тем, что это определенная форма, которая придается именно коллагенам. И те аминокислоты, из которых состоят коллаген, аминокислотный состав белка обычного и коллагена, он все-таки различный. В коллагене до 4,5% аминокислот, таких как лизин и аргинин, которые используются для борьбы с вирусными заболеваниями. Поэтому те люди, которые пьют коллаген, принимают его в пищу, они очень редко болеют гриппом, ОРВИ, сейчас идет всевозможные желудочно-кишечные заболевания. Серьезные, да. Спасибо огромное. Это комплекс, это комплексный подход, это научная разработка. Вы получаете баночку, срок годности 2 года, и цена всего 1999 рублей. Хорошо усваивается. И здесь, помимо коллагена, еще и витамин С, экстракт юки, который необходим для крепких костей, для хорошего суставов, для активности, для того, чтобы вы дачный сезон провели с пользой и ничего у вас не разболелось. У нас коллаген представлен еще с экстрактом ламинарии, с экстрактом граната. У нас есть огромный выбор. Есть шелковицы, есть с ягодами асаи. И также есть еще возможность выбрать несколько вариантов коллагена. Скидка 47%. Принимать мне нравится очень. Можно растворять в воде или прям посыпать добавлять небольшое количество в любую пищу. На еду. Конечно, добавлять. Обманивайтесь и помогите своему организму. Мощные крепкие кости, связки, суставы. Ваша активная жизнь. Проведите лето с удовольствием.